Лук используется в приготовлении многих блюд. Зачастую луковая шелуха при чистке лука выбрасывается. Как вы думаете, какое применение есть у луковой шелухи? Я готовлю вкуснейшее мясо в луковой шелухе, рецептом которого поделюсь с вами немного позже. А пока покажу, как я заготавливаю луковую шелуху для дальнейшего ее применения. От трех почищенных сегодня луковиц я оставила только коричневую шелуху. Положила ее в раковину. И дальше мы ее моем таким вот образом, с двух сторон, под приятной для ваших рук водой. И перекладываем в тарелочку. Помытую луковую шелуху выкладываем на бумажные полотенца сушиться. Луковая шелуха подсохла. Я ее размельчила, порвала руками на более мелкие части, для того, чтобы она более компактно умещалась в банку. Перекладываю в банку, в литровую, так она хранится. Банку накрывать ничем не надо. Лучше хранить в темном месте.